Всем привет! Продолжаем изучать описание картин, скульптур. Шива Натараджа, 13 век, бронза, 74 на 53, 3 на 22. Перед зрителем Шива, король танца, что угадывается по выразительной динамике позы и плавным движениям рук божества. Данная статуэтка, сделанная в Индии, изображает один из самых популярных образов Шивы в индуизме. Его еще называют космическим танцором, так как танец Бога поддерживает ритм жизни во Вселенной. Символика этого типа очень древняя и многосоставная. Обычно Шиву представляют в кольце огня. Одной ногой попирает демона невежества, другой балансирует в танце. Эта динамичная поза связывается также с разрушением, уничтожением Вселенной, к которому стремится грозный Бог. Таким образом олицетворяется жизненный цикл всего живого, от создания до разрушения. Эти противоречия уживаются в одном образе. Интересно, что рука божества, третья, слева, в жесте «не бойся», Абхая Мудра. А третий глаз на лбу Шивы символизирует способность отличать правду от иллюзии. Ну, вот такое описание я нашел в интернете о статуэтке Шива Натараджа. Пока-пока, до свидания. Я пользовался изданием «Великие музеи мира».